Приветствую вас. Есть такая игра, психологическая игра. Она называется «Ты одолеешь, я приближаюсь, ты одолеешь». Эта игра из детства, и связана она с личными границами. В первую очередь. То есть это про то, что вы боитесь близости с молодым человеком. Вот, а по поводу всего остального, это то, что вы как-то вот постоянно отрываетесь от себя. То есть, если можно так выразиться, то любую сферу человеческих отношений, любую сферу человеческих отношений, вы выносите за пределы себя, даете этой сфере в какой-то степени самостоятельную жизнь, например, отношения. Вот, например, отношения. Вы в отношениях не участвуете, вы о них говорите. Отношения, они все-таки, давайте будем честны, отношения, они строятся немножко не так, да, они строятся более, так скажем, ну, более нативно, что ли. Вот, понимаете? Чем больше про отношения говорят люди, например, тем больше говорят про отношения, тем меньше шансы вообще, что какие-то отношения, в принципе, будут построены людьми. Вот. Потому что одно другое, ну, к сожалению, взаимоисключает. Вот. Да, то есть, если люди вот говорят про отношения, если люди пытаются вот именно сознательно, да, если люди пытаются сознательно что-то делать с отношениями, лишая их такого естественного хода, то ничего хорошего из этого не получится, к сожалению. Вот. И я думаю, что вы поступаете так же. Вот. А есть у вас, на мой взгляд, и в определенной степени тревожность достаточно сильная, достаточно серьезная тревожность. Страх, ну, например, боли, страх того, что вас будут подавлять, страх прочих вещей каких-то. И все это, конечно, мешает. Все это очень сильно мешает. А вам выстраивать, ну, взаимоотношения, естественные взаимоотношения с людьми. Вот. Я не думаю, честно говоря, что речь идет только про мужчин. Вот. Лично я
думал, что речь идет про все сферы вашей жизни и про выделение любой, абсолютно любой сферы вашей жизни во что-то такое вот самостоятельное, вот, вследствие чего это приобретает такой достаточно негативный, как мне кажется, момент. Вот. К сожалению. Вот это то, что я могу вам сказать. Пока что. Опираясь на то, что вы пишете. Дальше. Обратите внимание, пожалуйста, на свои страдания. Что они, ваши страдания, из себя представляют. Что это такое? Из-за чего вы страдаете? Как вы себя чувствуете в этот момент? Вы говорите, что вот молодой человек, да, что вы не чувствуете, как он, что он, ну, действительно серьезно настроен. Как это проявляется? Вот лично у вас, как это проявляется? А лично вы как на это реагируете? Лично вы как это воспринимаете? Вот это все, наверное, очень важно разобраться. Потому что это важно для вас. Так, дальше. Почему задаю себе два вопроса? Мне просто скучно или все-таки влюбилась? Ну, я думаю, что скорее скучно, то есть ближе к тому, что скучно, но это все равно немножко не про скуку. Вот. Это немножко про другое. Как мне последний бороться с таким состоянием? Никак не бороться. Данное состояние его нужно исследовать, его нужно раскрывать и нужно учиться использовать себе во благо, да, вот. А не так, как вы это делаете сейчас. Опять же, выставляя его как что-то такое вот отдельно. Это именно вот что-то такое отдельное вообще от вас. То есть к вам это вообще вот такое ощущение, да, что вообще не относится к вам. Вот. Хотя это непосредственно про вас. Все. Понимаете? Все это вот непосредственно про вас. Такая вот, в принципе, идея. Ну, вот такую идею я мог бы вам высказать. И, соответственно, с этим нужно работать. Соответственно. Вот. И, соответственно, если с этим работать, вот, то я думаю, что ситуация может улучшиться, безусловно. Так, дальше, значит, сама что-то делаю, скажу, потом сама страдаю. Ну, это обесценивание и наказание. Это ощущение, да, что вы себя наказываете за это.
рядом с сыном. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.